Всем доброе утро, дорогие наши подписчики. Пришел на набережную. Спокойно, ветра нету. Рыбаки ловят рыбу. Ну, говорят, что карась не берет, а плотвичка берет. Ну и то хорошо. Уже бы тоже хотел пойти на рыбу. Уже давно не ходил на рыбу. Возле воды всегда спокойно, тихо. Спокойствие такое, тишина. Я сегодня остался подольше, потому что мне надо там решить один еще вопрос. И после обеда уже поеду к Светланке. А сейчас еще мне надо еще подождать, кое-куда надо будет зайти. Пока похожу по набережной, посмотрим на кораблики. С утра уже моют, убирают. Все будет чуть потеплее, тоже можно со Светланкой приехать на набережную покататься. Пираты. Красивый. Молодцы, убирают, поддерживают чистоту. Ну, конечно, есть, бросают мусор. Мусорки стоят, но все равно пакеты разбрасывают, бутылки, стаканы. Ну, вода чистая, во, на байдарках плавает. Как спокойно. Уже Коля приедет. И мы собирались с ночевкой на рыбу поехать. На рыбалочку надо будет обязательно поехать. Наверное, в прошлом году мы ездили, позапрошлом году. Наверное, поедем тоже туда. Там хорошо карась брал. Посмотрим. А надо обязательно с ночевочкой. Окей, два голуба. Сели, бедолажки. Что непонятно. Это голубь и голубка, наверное. Сидят вдвоем. И не боятся. Люди проходят. И они не боятся. Наверное, им жарко. Что непонятно, у нее крыло, наверное, подбитое. Или они так лежат. Какая клумба красивая. Такой щенок, как у нас, Джек, играется. Какой он активный, шустрый. Ну, молодец, учит его без поводка. Все молоденький. Да, пока он молоденький, то можно научить без поводка. Вильчик прекрасно ходит без поводка. Только там, где нету машин. Здесь он бы спокойно себе шел.
как ему мячик бросает, он играется. Не хочет переносить мячик, оставил, не берет. Красавец. На лавочках всякие статуэточки. Все и подписаны. Молодец, как его учат. Тоже кобель. Красавец какой. Привет. Этому щенку 8 месяцев. Мужчина говорит. Доволен этой породой. Забавные щенки, говорит. Что это такая раса, не дает скучать. Это правда. Но здесь многие гуляют с собачками. Я не знаю, разрешается здесь. Без понятия. Газончик красивый. Трава обстрижена. Обстригают, молодцы. Следят за порядком. Уже давно здесь не был. Вообще, город Днепр красивый, мне нравится. Молодцы, везде цветочки насадили. Надо будет нам посадить такие цветочки, красивые. Они долго стоят, не обсыпаются так. Ресторанчик. О, там мотоцикл едет. Байкер. Какая красота, одни тюльпаны, посмотрите. Красиво. Вот это да, и розы уже есть. Красивые деревья, каштаны. Проходишь по этой улице, и каштаны растут. Да, какая красота, когда все расцветает, все зеленеет, все распускается, все цветет. Да,
Красота. Какой песик смешной. Уже, наверное, старенький, лохматенький такой. Эй, привет, Жуль. Какая красивая. Ну, а второй здесь бегает. Сейчас пока дойду, наверное, уже открылось, потому что приходил, там писало вроде с 9 будет открыто. Мне кое-что надо оплатить, а потом уже поеду домой. Так, я уже решил проблему свою, зайду еще к Томасу. О, он как всегда встречает. Привет. Пошли, заходи. Заходи, заходи. Давай. Куда ты собрался? Давай. Ну, куда? Давай, я закрываю двери. Что ты тут делал? Пошли, проверим. Что ты тут натворил? А, чудик. Мяу. И что Томик тут натворил? Пошли. Пошли, посмотрим, что ты там наделал. Котлетку съел свою, пошли. Что он там надел? Котлетку, конечно, он съел. Я ему целую, там некоторые писали. О, такая порция котлеты много. Я ж не даю ему целую котлету. Это котлета ему на целый день. Я ему делю ту котлетку и даю. Так, Томик? Скажи, я так много не ем, а у любитель покушать, правда? Ну, что ты хочешь? Что маленький хочет? Что маленький хочет? Все маленький хочет. Жарко, жарко сегодня на улице. Жарко, да. О, жалуйся, жалуйся мне, да. Что там жалуйся? Что там Томик жалуется, а? Что ты там жалуешься, чудик? Ну пошли, пошли на кухню. Заходи, заходи.